Ульяновске я остановился в гостиничном комплексе «Арт Ульяновск», расположенном на левом берегу города. Отель обладает всей необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой, включающей в себя парковку, ресторан, спа-центр с бассейном, хамамом и 6 саунами, конференц-зал. Постояльцам отеля с 7 до 10 утра предлагается завтрак по системе «Шведский стол», который входит в стоимость проживания. Мой стандартный двухместный номер был оборудован телевизором, кондиционером, доступом к Wi-Fi. В собственной ванной комнате присутствовали душевая кабина, фен, полотенце, туалетно-косметические принадлежности.